Здравствуйте, с вами Андроид Андроидович, и сегодня я хотел бы вам рассказать о такой игре, как Patchworks. Это очень крутая головоломка пазла. Я, когда эту игру увидел, удивился, что такие игры вообще бывают. Я считаю, это идеальная игра пазл с очень крутой графикой, обалденной графикой. Вот, она очень красиво нарисована, там вот, ну, прям вот молодцы, это идеальная пазл-головоломка. Вот, смысл в этой пазлом, в этом пазле, он один во всех пазлах. Просто переместить звездочку, нажать, и все, вы прошли первый уровень. Сразу говорят, то, что меня потормаживает, это у меня потормаживает. Если у вас достаточно мощное устройство, проблем у вас не возникнет. Давайте дальше. Чем дальше вы будете проходить, чем более сложные будут миссии. Надо гораздо будет больше деталей соединить. Также вот эти паки, они разные уровни. Дерево там, металл, стекло и все остальное. Повторяю еще раз, на планшете она выглядит здорово. То есть, если играть в эту игру на телефоне, не так все круто будет выглядеть. Вот, данная игра у нас, она платная, но вы можете скачать бесплатную версию, там определенное количество уровней, в которые вы можете сыграть. Вот, я вам скину ссылку на бесплатную версию и на платную, вы уже сами определитесь. Но советую вам обязательно в нее играть, потому что, ну, стоит того. Конечно, я когда в нее играл, когда долго в нее играешь, она маленько надоедать начинает, но ты через какое-то время проходит опять в нее, и так до полного, так сказать, изнеможения. Вот. Данную игру скачали больше 50 тысяч раз. Но мне кажется, из-за чего так мало скачивается, из-за того, что все-таки не так много людей играют в пазлы, я вам скажу. Вот. А средняя оценка 4,6. Вот. Игра, короче, крутая, пацаны. Я специально вот ради только вас сделал данный обзор. Давайте посмотрим, что там еще дальше будет. Игра обалденная. Вот, видите, уже чем дальше я прохожу, чем более это извращенные становятся пазлы. Крутить их нельзя, вы можете только ставить так, как вам дали. То есть вам уже выбирать. Очень красиво. Но это, как понимаю, пак и уровень стекла. Вот почему они такие разноцветные у нас. Эти. Вот нам что-то уже дали. Какую-то эту мы заработали. Трофейчик. Достижение, можно сказать. Дальше, дальше. Что там дальше? Вот видите, уже какие сложные. Давайте вот это до конца. Тут уже надо думать, что и как. Вот я уже не помню, честно. Я уже забыл. Играл достаточно давно в нее. Но еще раз повторяюсь, эти тормоза, они связаны с тем, что я играю на эмуляторе, на компьютере, поэтому на телефонах, на планшетах, если вас позволяет, более-менее оптимизированный, я думаю. Проблем у вас не возникнет. Я просто для того, чтобы вам показать, что вся игра представляет, даже вот с такими маленькими глюками, я вам ее показываю. Вот. Ну, вроде все. Последний уровень. Давайте посмотрим, что будет дальше. Какой у нас уровень будет. Вот, все, мы прошли наш пак стеклянный. Вот. Также тут есть спринт, позволяющий вам за определенное время, надо успеть головоломки за время решить. Вот, видите, у нас какой уровень? Стеклянный, как я понимаю, стеклянный пак. Вот этот. Тут есть деревянный пак, каменный пак. Они постепенно открываются. Бумажный пак. Бумажный пак. Ну, тут очень много их. Вот. Ну, вроде все, что мог рассказать, рассказал. Если вам нравятся мои видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал и подписывайтесь в группе ВКонтакте. С вами был Андроид Андроидович. Всем пока.